Флешмоб за Россию прошел на площадке исторического парка «Россия. Моя история». В акции приняли участие представители 12 народностей Дагестана, которые пришли в национальных костюмах. Единомышленники нашли друг друга в одной из социальных сетей и решили организовать необычную акцию. Детали Ульяны Парчуевой. Более 200 человек в национальных костюмах собрались на флешмоб в поддержку президента страны и действующего курса правительства. Единомышленники нашли друг друга в соцсетях. Родилась идея организовать необычную акцию. И вот они уже здесь, на площадке перед историческим парком «Россия. Моя история». Мы приехали с Куракского района. Поддерживаем политику, которую проводит наш этот президент Владимир Владимирович Путин, чтобы побыстрее провели там спецоперацию в Украине, чтобы наши ребята вернулись домой. Я приехал из Табасаранского района поддержать президента. Мы до Хадаевского района принимаем участие вот на митинге за Дагестан, за Россию. Мы приехали из Хибского района. Мы приехали поддерживать нашего президента Российской Федерации, нашего Владимира Владимировича Путина. Сулейман Сулейманов приехал из Ахтынского района. Он убежден, что сплоченность и единство всегда помогали дагестанцам справиться с любыми трудностями. Все важные ключевые исторические события как раз таки мы проходили все вместе. Это и Караманская битва, это и восстание Хаджи Давуда против персидского владычества, это и события как раз таки на Адиршаха, когда в ущелье Андаляль произошло как раз таки крупное сражение, где Надиршах был разбит. Это тоже было так как раз таки волеизъявление единого дагестанского кластера народов. И поэтому такие подобные мероприятие как раз-таки увеличивает нашу дружбу, нашу сплоченность, и принимать участие в них является для нас одним удовольствием. Участники прошли маршем у музея, а в завершении флешмоба выстроились в форме буквы Z. Лиана Парчуева, Ибрагим Магомедов, Вадим Шамхалов. Время новостей.